спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Во вторник в Самарской области облачно и пасмурно, продолжительный дождь, местами сильный, гроза. Дневная температура 19-22, ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Ветер южный, юго-западный, скорость от 3 до 6 метров в секунду. В Сызрани на небе облака, небольшой, но продолжительный дождь, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 11. В Тольятти тучи, дождь с грозой, днем плюс 20, ночью плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, дождь и гроза, плюс 19 градусов в дневное время, ночью плюс 13. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.